Доклад. Виньяпин Виктор Валентинович. Вот название доклада – это мои замечательные соавторы, точнее, корреспондент по химии, ну и, значит, остальные двое моих учеников. Ну вот, пожалуйста, следующий слайд. Вот это наш план доклада. Вот наша теорема Больцмана, энергетическая теория. И дальше временные средние экстремали Больцмана. Вот давайте дальше. Больцман пишется через Z. Ну, он и так, пишет. Знаете, ничего подобного. Иностранные фамилии нет. Хорошо, у вас так и так написано. Да. Вот. Значит, видите, я возьму, честно пишу и так, и так. Вот, я честно пишу и так, и так. Кто как, то так. Хорошо. Значит, вот. И следующий слайд. Вот, значит, вообще говоря, H теорема Больцмана, она, несмотря на свою фундаментальность, исключительно проста. Значит, дело в том, что вот это есть утверждение о убывании в силу некоторых систем. Вот как бы, если с точки зрения динамических систем, с точки зрения дифференциальных уравнений, ну вот у нас простое совершенно дифференциальное уравнение, которое как бы упражнение для студентов второго курса. Вот, это, значит, называется сейчас модель Карлемана, даже, вот, но, вот, H от F, или минус энтропии с обратным знаком, которое выписано, это вот, оно есть. И, дальше, за системой сразу это доказательство, это H теорема, вот, это условие, на которое все и будет опираться, вот это рассуждение Больцмана, так сказать. Однако, фундаментальность этого принципа для динамических систем и заключается в сносочке, которую Больцман в 1872 году сделал в своей вот этой одной из самых известных работ. Ну, то есть у него две известные работы, вот они здесь обе будут фигурировать. Так, 1872 год, Больцман 28 лет, он разбирает в восторге работу Максвелла. И задача Больцмана – это доказать, что там единственный недоказанный факт у Максвелла, что все сходится к максвеллскому распределению. И вот Больцман придумывает этот самый H-функционал, там в случае уравнения, то, что мы сейчас называем уравнением Больцмана, это на самом деле выстрадал Максвелл. А Больцман вот обессмертил это уравнение тем, что доказал H-теорему. Вот некий функционал, который мы называем сейчас энтропией с обратным знаком, он убывает. Энтропия, соответственно, возрастает. Но в сносочке он делает еще более фундаментальные, так сказать, может быть, фундаментальные утверждения, практически незамеченные. Вот в сносочке там он пишет, он на примере простой модели тоже пишет, а если мы фиксируем линейные законы сохранения, то мы можем не решать эту систему, а найти сразу, к чему стремится эта система. Мы можем найти то самое стационарное равновесие, к которому стремится. Вот здесь это и написано. Закон сохранения здесь очевиден, складываем два уравнения, получаем справа 0. И поэтому суммарное число частиц в химической кинетике, это, так сказать, суммарное число частиц. Ну а здесь такая реакция идет, что само вещество сталкивается с собой и взаимодействует с собой, получается другое вещество. Ну вот, это константа, а потом мы находим условный экстремум, а константа вот эта вот самая Лагранжа, множество Лагранжа, мы находим из, собственно говоря, начального условия. Вот и все. Вот это, так сказать, основополагающим, потом станет для нас основополагающим принципом. Но сейчас мы продолжим работу Больцмана. Больцман, значит, это вторая глава этой работы, она называется так. Замена интегралов в сумме. Вот это сумма равняется. Чего? Чего? F1 плюс F2. Вот получаем вот наш сложный, получаем вот это равенство. Значит, это константа. Всю динамическую систему, все в этом уравнении, правильно? Вот это второй курс, так сказать, примерно. Ну, значит, а вот это убывает. Значит, все сходится. Вот это. Ну вот, и теперь мы обобщаем это. Больцман тоже обобщает это в дискретной модели, по сути, становится основателем современной теории химической кинетики. Но уравнение, которое вот следующий слайд, которое я вам сейчас покажу, вот эти уравнения, он уже в таком виде не выписывал. Это довольно сложное уже уравнение, просто так не решишь их. Но для некоторых случаев опять та же самая история. Можно их не решать, а вот найти энтропию,
Да, и узнать, к чему стремиться. Что здесь написано такое? И это произвольный полиномы, вот в таких степени. Я вот К здесь лишнее совершенно, оно откуда-то взялось, неизвестно откуда, вот это вот К. И значит, альфа-бета – это целые числа. Вот. И значит, вот эта энтропия, которая иногда в силу вот этого уравнения бывает. А вот случаи, когда оно бывает или не бывает, это вот такой предмет нашего исследования. Больцман тщательно расследует в квадратичном случае. Ну, вот случаи такие, вот это уже наше, как бы, так сказать, вот, расследование, но вот этот случай симметричный, он был известен. Значит, вообще вот так записать систему уравнений, это непросто. Но в нескольких группах вот в Советском Союзе и, значит, вот там в Институте проблем механики, вот такая форма записи была найдена в Новосибирске, Лосев, вот Сталин Андреевич, там еще Горбань в Новосибирске, Лосев в Москве, вот, и еще и математики, значит, механики, математики, химики, не, можно сказать, независимо нашли такую форму записи. А потом в случае симметричном, если К альфа бета равняется К бета альфа, вот этот симметричный случай, очень просто доказывается эта теорема, я даже ее, так сказать, в более общей ситуации даже докажу. А это случай, вот, детальный баланс называется, вот, и формулируется так, если существует решение вот такой системы уравнений для всех реакций, вот это кси существует положительное, тогда вот такая функция убывает. Ну и так, вот это вот условие уже более сложное такое, это совсем недавно было найдено, мы называем сейчас это условие Штюкельберга, Батищева, Пироговой, Пирогова, потому что, значит, Яна Батищева, моя ученица, вот она, значит, будучи на втором году аспирантуры, она вот это условие обнаружила, и потом оказалось, вот Пирогов нам сказал, что во втором томе, в десятом томе Ландау и Лившица ссылка на Штюкельберга есть, где он это проделал для квадратичных уравнений. Ну вот сейчас мы перейдем дальше. Вот какие основные случаи? А вот интересно, уравнение, которое описывает реакцию Белоусова. Вот там нет, там нет, там нет. Все вот, правильно вот, спрашиваете. Вот, да, спрашивайте. А на что вроде как? Да, спрашивайте хорошо, правильно, в таком виде записывается, вот, а теорем там нет. Все правильно, все правильно говорите. Вот, значит, давайте мы классифицируем вот случаи. Это наша классификация уже этих самых химической генетики. Значит, линейные уравнения. Вот нас будет особенно интересовать вот случай уравнения Люфиля, и это вот, так сказать, будет то, что покажет глухую фундаментальность такой вот этих принципов и такую серьезную. Значит, если марковский процесс содержит марковские цепи, линейные уравнения Больцмана, вообще говоря, H-функция или, значит, убывающий функционал, ну вот, если у нас система градиентная, между прочим, то тогда там убывающий функционал или возрастающий всегда существует. А это именно сама функция. Вот тут есть такое простое соображение. Градиентный так и определяется. Ну, через... Да, градиент, нет. Но не только такие системы, понятным образом. Вот оно еще обобщение таких же систем. Вот, теперь дальше. Квадратичные уравнения. Вот здесь содержатся уравнения Больцмана, но для того случая как раз Штюкельберг там написал обобщение вот этой H-теоремы, потому что в симметричном случае само уравнение Больцмана, вот это и была находка, так сказать, самого Больцмана. Вот, квантовый случай. Это уравнение Уленберга. Ну, вообще, вот, полезность. И, наконец, квадратичные и линейные, если с одной стороны, значит, у нас, если линейные. Что такое вот эти все случаи? Это модуль альфа просто в том случае равняется единица, с одной стороны, модуль бета равняется двойке, вот сумма этих. И вот у вас, так сказать, на химическом языке, в данном случае, две частицы рождаются вот здесь, а две частицы сталкиваются, получается третья частица. Ну вот это называется уравнение Смолуховского, то есть за каждым из этих уравнений стоит своя теория. Вот. Ну еще тут вот мы рассматриваем такое химореактивное движение, там тоже у нас успехи есть, значит, мы там объяснили обратный фотофорез, мы там объяснили, значит, обратный фотофорез, это когда частица движется по направлению к свету, вот это, так сказать, почему было непонятно. В 1918 году, значит, Феликс Эйзенхаф обнаружил, что если облучается там пыль светом, то частица начинает двигаться к нему. Почему, спрашивается? Вот я этот эффект наблюдал буквально в деревне в Беларуси, когда няня меня увозила туда в детском возрасте. Вот. Но там были земляные полы еще.
И вот это было, так сказать, это означало, что я когда именно благодаря этому, когда я садился завтракать, то я видел сноп света из окошка, и вот длинные частицы летели к свету, а короткие летели, значит, от света. Что такое? Понять было невозможно. Значит, а вот я сказал, вот я приставал к отцу, и он... Световое давление. Какое же тут световое давление? Значит, когда... Ну вот мне было там от 12 до 14 лет, объяснение пришло гораздо позже. Значит, вот с помощью следующего общего принципа. Любая крупная частица, которая взаимодействует с химической активной средой, она совершает движение. А почему к свету движется? А вот, вот почему. Значит, Феликс Эйнхаус сам обнаружил такие спиралевидные движения даже, а мы получили аналитические спиралевидные движения. Вот, значит, почему к свету движется? Оказывается, когда свет светит, то возбуждаются эти самые электрончики, как внутренний фотоэффект происходит, и частицы становятся липкой для молекул. Молекулы-то мы не видим, когда мы прилипаем, а с другой стороны импульс отдачи в два раза больше, потому что круговое отражение. Вот, значит, это у нас вот все это, так сказать, вот. Теперь я докажу более общее неравенство прямо вот на бумажке, если позволите, как все эти теории относящиеся. Дело в том, что... А чем здесь пишут? Все понимают, пишут, да? Все пишут, да. Вот смотрите. Если у нас имеется вот такое уравнение, такая система уравнений. Сейчас переверните, там где система уравнений написана. Еще так, раньше. Вот. Вот. DFI. Давайте более общую систему даже напишем. Пусть H произвольная функция. Пусть H произвольная функция. И вот эта система мы такую напишем. К альфа бета. Вот К альфа бета пусть симметричный случай. Значит, а здесь Е в степени бета градиент H. Вот почти градиентная система. Почти, так сказать, вот эта система, как она называется. Но сложнее, конечно. Е в степени минус Е в степени альфа градиент H. Вот. Значит, теорема. Вот эта величина H при любой функции, ну, там, гладкий какой-нибудь, так сказать, вот, убывает. Доказательство. Ну, вот, доказательство, на самом деле, вот, как говорится, второго курса, что называется, как раз такие упражнения давай. Доказываем. Ну, вот, почти просто на вычислить, вот это для H под ET равняется. Ну, вот, если мы это все умножим на, значит, равняется градиент H df под ET, так, равняется, и перепишем это все, получим такую штуку, значит, равняется сумма, а здесь сумма, суммирование по всем реакциям идет, суммирование по всем, конечно, это положительный, суммирование по всем реакциям, по заранее выбранным этим самым парам альфа-бета, вот, но, и здесь получается такая величина, альфа минус бета, вектор альфа минус бета, скалярно с этим самым градиентом H, K бета альфа остается. На слайде бета минус альфа. Ну, это не важно. Он может быть. Это не важно. Это не важно. Это не важно, это я поменял местами. Вот, но здесь остается то же самое, Е в степени. Минус Е в степени альфа градиент H. Ну и это, конечно, меньше или равно нулю. Видите? Ну, потому что самому неравенству x минус y, вот оно, неравенство, как говорится, которое больше не использовал, e в степени y минус e в степени x меньше равно. Ну, вот что. Вот здесь, так сказать, я вам показал, что на самом деле в симметричном случае все очень просто. Когда получаются вот такие уравнения? Когда мы в качестве h берем вот эту штуку. Вот буквально вот эту к си равной единице. К си в этом случае равно единице. Вот. А если мы берем квантовый случай, мы получаем квантовое уравнение. Вот, значит, я пояснил H-теорему. Теперь идем дальше. Вот линейный случай. Линейный случай – это как раз… Стоп. Вот это или следующий? А, следующий. Угу. Вот линейный случай возникает, когда мы вступаем в боевые действия в области эргодической теории. Это, значит, тут это связано с Козловым и Трещевым. Вот эта штука, значит, здесь, а именно, значит,
Если мы рассмотрим произвольное дифференциальное уравнение, бездивергентное, произвольное, бездивергентное, ну пусть на компакте, вот, напишем соответствующее уравнение любви, или уравнение неразрывности его еще называют, вот он. Ну, все это, так сказать, это как бы тоже второй курс, по-честному. Вот, ну, оно решается. В некотором смысле, если мы знаем решение дифференциального, опять здесь кабалкается неправильно, совершенно вот тут берется... Это многоточие. Да, это многоточие такое, правильно. Это закон многоточия получается. И, наконец, значит, вот рассмотрим временные средние. Вот этот классический объект эргодической теории, временные средние, вот она определяется, вот эта частота, когда тестинг бесконечно, это и временное среднее будет. Ну и вот в случае, так дальше следующий слайд, в случае, если у нас L2, то временное среднее гарантирует существование временного среднего, вот этого предела, гарантируется теорема фон Неймана. Если L1, то гарантируется теоремой Бергофа-Хинчина. Если в мерах, то это теорема Боголюба. Но есть еще более общий случай, когда у нас просто линейный оператор. Значит, ну вот здесь у нас энтропия написана, но можно заменить этот самый логарифм на любую плоскость. Все равно она будет сохраняться. Все равно она будет сохраняться. Значит, а Козлов и Трещев вслед за Пуанкаре. Пуанкаре заметил, вот что оказалось, что все проблемы, вот эти вот сложные проблемы динамики решаются. Так сказать, вот Пуанкаре сам в 1906 году написал работу, которая абсолютно непонятной казалась. Мы в 70-м году это обсуждали. И вот совершенно вот непонятно, что такое. Но вот Козлов разобрал это. И в 2001 году опубликовал работу, вот как бы по следам Пуанкаре. Вот, ну и в конце концов они еще доказали, что энтропия временного среднего больше, чем энтропия начального распределения. Вот эта величина сохраняется, а в пределе, если фи выпукла, больше. Вот что это такое? Вот, значит, вот так. Но это больше или равна? Вот это вот и был предмет, так сказать, недоумений всех физиков, но и мы тоже не могли понять. И у меня это очень простое утверждение. Так, следующий факт. Следующий слайд. А мы, значит, ну вот я сделал что? Я, значит, это для обобщения, во-первых, этой теоремы для операторов произвольных, РИС, значит, доказал, что для произвольного там оператора, который из L2 в L2 действует, что энтропия, значит, что, РИС, что временное среднее существует. Это теорема РИСа, в РИСе и Фельвинаде она прописана. Ну, а, значит, здесь можно сказать, что а к чему сходится? Да, сходится, а к чему сходится? Оказывается, временное среднее совпадает с экстремальным Больцманом. Вот это тоже. Таким образом, мы получаем простейший способ нахождения асимптотики временной, даже если она не существует, ну вот, как для осциллятора, но временное среднее там всегда гарантируется существование. Вот этими теоремами Риса, Сикефель-Винади, значит, и там Боголюбова и Бергофа-Хинчина. А мы получаем, что мы можем не считать эту систему вообще уравнение Лювиля, а получить вот из экстремального принципа максимум, значит, энтропии при ну и вот, значит, эта теорема сформулирована здесь при фиксированных линейных законах сохранения. А какие, значит, законы сохранения взять? Те самые, которые изначального распределения. Так, следующий слайд. Ну вот, на основе этого получается вот такая замечательная формула, что мы можем найти, выписать просто-напросто к чему стремится вот этого экстремального Больцмана, она записывается в таком виде. Значит, мы должны все законы сохранения, значит, линейный закон сохранения для Лювиля это то же самое, что нелинейный закон сохранения для исходной динамической системы. Ну, так вот. Ну и все, мы, значит, можем в таком виде написать по начальному распределению, фиксировать эти самые линии уровня всех законов сохранения. Ну вот, легко сказать, фиксировать линии уровня всех законов сохранения, их еще надо найти. А это вот вопрос, так сказать, ну, как бы вот... Но сколько бы их ни было, вот все равно получится... Значит, когда я докладывал на семинаре Синаю, Бланка вот это мы рассказывали, значит, там учеников Синая, то они сказали, ну что, это формула для разложения энергетической компоненты. А нет, вернее, дополнение к этому, мы получаем, что энергетические компоненты – это линия уровня интегралов. Правда, интегралы из L2. Поэтому возникает... Вопрос о базисе этих самых... Что такое линия уровня?
Ну, линия уровня – это фиксировать, функцию у вас дана, значит, фиксируем, f равняется константе. Функция, если 2, что там фиксировать? Ну, вот. А если она гладкая или хотя бы непрерывная, то фиксировать можно. Вот, фиксировать константы, где она, какая-то, вот правильно вы говорите, все правильно. Вот, ну все, значит, идем дальше. А, значит, это, как искать закон сохранения? Ну, теперь у нас метод Гамильтона и Кобби. Это самый сильный способ, как и написано вот в Ландау и Лившице, самый сильный способ интегрирования, значит, систем. Ну, вот мы его обобщили на негамильтонов случай. Значит, как это хозяйство обобщается? Опять здесь давайте напишем произвольную систему, уже не нужно дивергенцию. Вот, и напишем снова уравнение Люве. Вообще, как получается уравнение Гамильтона и Кобби? Это вот я с юношеских лет, значит, имел такой вопрос, когда мы изучали уравнение. Какой-то странноватый там способ вот в механике прописан. Вот сейчас я вам покажу кратчайший путь к уравнению Гамильтона и Кобби. Значит, ну вот опять, на одном докладе Козлова я усмотрел, что он из каких-то уравнений, которые он уравнением Лэмбда называет, он получает вот это уравнение. Гамильтона и Кобби, это вот такая штука. Вот. А есть, так сказать, а откуда получаются вот эти вот уравнения, которые я назвал уравнение Лэмбда, вот было непонятно совершенно. Оказывается, гидродинамическая постановка решает исход дела. Итак, что такое гидродинамическая постановка? Давайте перепишем вот эту систему уравнений. Это система нелинейных уравнений, x там принадлежит Rn, значит, вот, а мы разобьем это множество фазовые на какие-то произвольные куйпы, значит, m и n минус m это размерность q, p, n минус m это размерность пространства p, условные импульсы и координаты, так сказать. Вот, ну и перепишем эту систему, всегда можно так сделать, понятно? Вот, переписали. Любое. Вот, все любое. Все это обычно черномерно. Все вот. Но здесь вот я сказал, что обобщение на произвольно, не с негамильтоном. Значит, как дальше действует? Теперь вот в этом уравнении пробуем вот такую постановку сделать. Что это такое за штука? Вот это. Ро – это плотность, Ко – это импульсы. Вот это, если у вас есть максвелловское распределение, то народ подставлял, кстати, в уравнение максвелловское распределение. Но оно не подставляется. Оно, вообще говоря, не подставляется. Вот Больцман даже изучал в простой уравнении свободного движения, потому что уравнение Больцмана – это левая часть, это вот такой степень. Вот такой оператор, а правая – это большой интеграл столкновения. Ну, интеграл столкновения, там максвелловское распределение замыряет, и получается, что нужно подставлять вот, ну, в такие вот уравнения, вот такие вот уравнения уже. Там не получается, так сказать, там приближенный метод, но это метод получения гидродинамического уравнения. А если температура равна нулю, то мы получаем как раз вот это вот. Это, и так это уравнение, которое описывает распределение Больцмана или Гаусса, если хотите, с нулевой дисперсией. Гаусс с нулевой дисперсией, Больцман с нулевой температурой. Подставляем, а здесь подстановка полностью проходит, тогда мы получаем, ну, если хотите, теорему. Если ρ удовлетворяет уравнение неразрывности, а Q удовлетворяет уравнение, вот, которое, так сказать, Лэмбда, вот, ну, оно такое обобщенное, как уравнение Лэмбда, вот такое уравнение, то тогда мы получаем точное решение уравнения Лювиля. Такое решение в обобщенных функциях. Вот дальше, значит, ход Козлова. Если у нас исходное уравнение Гамильтонова, вот, а эти m равняется n минус m средний размер, значит, то тогда получается, что вот это уравнение, оказывается, здесь подсобирается все, получается такая вот штука, вот, и проходит подстановка уже дальнейшая, градиентная подстановка. Вот, градиентная подстановка, а для градиента, вот это для функции S, получается как раз точность уравнения Гамильтона и Кобби. Вот, значит, что здесь хорошо, интересно, что значит, ну вот, интересно здесь, что за класс систем получается. Значит, мы получили опять, как бы, приложение дифференциальных уравнений к уравнению в частных производных. Если мы умеем решать
вот это дифференциальное уравнение, ну это как бы простое, то мы умеем решать такую систему уравнений. Что это за класс квазилинейных уравнений? Этот класс квазилинейных уравнений называется уравнение с одинаковой главной частью. Вот это в Куранте-Гильберте. Значит, прописана эта система, но это единственное место, где это написано, там в приложении 2, в соответствующей главе, вторая часть. Вот, ну давайте дальше посмотрим, что там. Вот, если m равняется единице, назад вернемся, m равно единице, то это хороший случай, когда у нас движение линии. Значит, вот это уравнение описывает, имеет яркий геометрический смысл. Что такое вот это? Это движение m-мерных поверхностей в n-мерном пространстве. Вот мы рассказывали Сергею Петровичу Новику это. Не знают они таких уравнений. А написать вот геометру трудно, это без физики, так сказать. Вообще эта подстановка была изобретена в уравнении Власова. Вот в уравнении Лювиля она никогда не использовалась. В уравнении Власова это когда, как бы уравнение Лювиля, когда там начинает зависеть специальным образом сама динамическая система от функции f. Вот это уравнение Власова, вот там оно было изобретено, вот эта подстановка. Ну опять в средней размерности, для вывода самой натуральной гидродинамики. Вот. И было известно, что она точная. Ну вот, значит, в уравнении Лювиля это как раз, вот, я думаю, что мы это привнесли. Вот, значит, m равно единице. Это движение линии. Значит, а движение линии в стационарном случае всем известно, что это такое. Значит, это когда мы делим одно уравнение, все n-1 уравнение на n, и мы получаем уравнение траектории, так сказать, как бы. Там уже не автономность. Вот это вот, значит, все совпадает здесь. Вот совпадает такое уравнение. Все, да? 3 минуты. Хорошо. Дальше. 3 минуты. Значит, если m равняется n плюс 1, то это одно уравнение. Там каждое уравнение, одно уравнение всегда уравнение с одинаковой главной частью, там все в порядке. Значит, а вот это уравнение называется уравнение. Вот, и в том случае в средней размерности. А, вот Лагранжевые поверхности. Лагранжевые поверхности получаются. Это мы таким образом выскакиваем вот на Лагранжевую поверхность. Значит, когда мы Маслоу рассказывали вот это вот, он сказал грандиозно, потому что вот в книжке видно хорошо, что до этого, так сказать, не дошли они. Следующий слайд у нас. А ну все, здесь вот уже выводы доказали теорему, которая обобщает уравнение на квантовый случай, но, в общем, в разных случаях. Доказали теорему, что временные средние совпадают с экстремальными Больцмана. Дальше, что у нас там еще? А, ну вот это обобщает метод Гибса в некотором смысле, причем значительно. Ну, так сказать, как бы метод Гибса это Е в степени минус БТH, откуда? Берется это, вот понятно, что значит, там нужен термостат какой-то, а здесь, значит, мы вообще вот знаем, куда к чему стремиться. Вот. Ну, дальше. А, эргодичность, что такое эргодичность? Это когда у нас один закон сохранения. Вот. Ну вот, теперь дальше. Вот. Ну и уравнение, правое уравнение Гамильтона и Кобе, значит, мы получили соответствующее уравнение в негамильтоновом случае. Ну, что значит, вот тогда. На этом. Спасибо. Давайте попробуем.